Всем здарова, с вами Орел, сегодня поиграем в Spotlight. Бла-бла-бла. Короче, это... Сейчас объясню. Нужно искать отличия. Я уже тут не помню, кажется, играл уже в эту игру просто когда-то. Может, это тоже... А, кстати, мне кажется... А мне, наверное, не кажется. А что я... Во! Нашел раз, а здесь 5 отличий надо найти. Ой, это очень тяжело, кстати. Скажу, у меня глаза сразу уже начинают болеть от графона. Кстати, вот тут штука, я что-то сразу не заметил. Мне до этого графона глаза просто болят. Тут что-то лишнее. Буква. Можно, конечно, физи тыкать. Нормально. Есть, кстати, подсказки еще. Так. Надо везде смотреть. Кстати, вот тут что-то мне не нравится. Где-то, думаю, в это еще старение, потому что слишком там много кружочек. Хотя я вот тут долго не выскивал. Кстати, для чего у меня глаза болят? Такого просто графона. А, кстати, я звук не включил. А, не, я включил. Есть, просто нету. Маленький музончик расслабляющий поставить. Честно. Без понятия. Да. Неклево погнали. Так, может автоматический уровень меняться. Ладно, погнали. Чего я на ней должен найти? Смотрю даже на задний фон. Так, нужно искать по приметам. Вот эта штука. Фу, я думал, нога лишняя тоже. Ладно. А что в волосах не дал? Ай, там кусочек тут. А, да я говорю, такие милые детали. Остальные где? Остальные где-то. Ну ладно, всем удачи, всем.